Массовая уборка территории, уход за животными, посадка новых деревьев и все в рамках всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». В городе выбрали самых активных экологов. «Одинокий пес в лесу». Этой картиной Даниил призывает к хорошему обращению с животными. Ребята из 2-й художественной школы приняли участие в городском конкурсе в защиту экологии. Хотел показать, что не надо бросать животных, и не надо, чтобы они, не знаю, расстраивались, что... Северодвинск уже 4-й год принимает участие во всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». Начались мероприятия еще в марте. Всего приняли участие 18 учреждений нашего города. Все знают яркое мероприятие «Тайбо», знают уборку берега Белого моря. Общественные организации «Ясамость» проводят массовые посадки, уборки территорий. Детские сады у них очень хорошо организованы. Праздники по сохранению птиц, по посадкам деревьев, по уборке своей территории. Сейчас подводят итоги акции. Победила художественная школа. За год ее воспитанники приняли участие в региональных конкурсах и выставках на тему экологии. Собрали макулатуру, благоустроили территорию. Мы смогли в позапрошлом году получить саженцы редких деревьев. У нас здесь на территории растут елочки, дубы, клены, рябина, в общем, редкие сорта, боярышник и так далее. Мы решили тоже, ну, как бы, заменить тополя на такие вот более деревья экологичные, то есть, которые не устраняют пух и так далее. Всего в конкурсе 4 номинации. Кроме юных художников, первые места заняли детский сад «Зоренька», школа семейного творчества «Ясамость», городская гимназия номер 14. В этом году впервые победители и призеры получат денежные призы. За первое место 11 800 рублей. Анастасия Пшеничникова, Семен Тарасов, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.